смотрите шоу «10 миллионов». С вами я, Максим Галкин. Ну что ж, мы переходим к пятому вопросу. И перед этим, традиционно, я предлагаю вам две темы на выбор. Факт и шоу-бизнес. Ну вот интересно, что у нас что, Борис артист Юрьевич? Скажет. Что ты на меня смотришь? По факту что вы выберете? Шоу-бизнес, наверное. Ну так что, ты хочешь шоу-бизнес? Сгорим. Ну пускай тогда будет факт. 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 Хорошо. Итак, внимание, тема факт. Факт это фактически. И три варианта ответа. Ну что там у нас по факту? Говорил упомянутый истину, говорю вам, факт. Ксения Ангел. Ничего себе. Кто это? Юлия Самойлова. Ярослав Дронов. Это шоу-бизнес какой-то. Это чистой воды шоу-бизнес. Кто из них мужчина? Нет, это, я сразу хочу сказать, это участники шоу «Фактор А» на канале «Россия». Внимание! Видно, от этого название темы «Факт». Ага. Кто из участников третьего сезона программы «Фактор А» стал обладателем приза «Золотая звезда Аллы»? Я думаю... Пополам? Нет. Ты что, дурной? Надо смотреть иногда, кто стал обладателем приза. Значит, все свидетели. Я смотрю периодически, но фамилии не помню. Передача очень хорошая. А ты, ну смотри, ты мне ответишь за вам все. Пора. Ну, домой. Все-таки, Боря, ты смотришь, ну, может, у тебя что-то выветрилось в голове. Все-таки сейчас 1 Нет, июня. Там был какой-то парень, который очень Алла Борисовна хвалил. Еще там какие-то были варианты. Ну, мне так вот прям... Ну да. Ну смотри. Третьего сезона? Ну и что ну? Который сейчас был, как раз третий. Крайний, который был. Володь, все видели, это он поставил. Видели? Это я поставил. А если выиграем, то я помогал ему. Максим, да. Ты видел, кто поставил? Да. И кто третий раз уже ставит, куда надо. Победителем шоу «Фактор А» стала певица Мали. Юлия Самойлова и вышла в финал вместе с певицей Мали. В полуфинале был Ярослав Дронов. Была также девушка Ксения Ангел. Чуть раньше она ушла из проекта. Но у Аллы был еще независимый, ну и есть такой независимый приз, который она дает вот кому-то из участников. И вот... Конечно, парню должна дать. Сейчас мы разберемся. Итак, 500 тысяч рублей. Ну, ты видел, ты Володя видишь? Поставил на вариант Ярослав Дронов. Внимание, правильный ответ. Меня жена из дома выгонит, скажет. Это не Ксения Ангел. Не знаю. Максим, что сказал? Была Ксения Ангел, но она ушла. Не это, а Алла же... приз отдельно. Алла отдельно. Приз симпатии личный. Да. Ну, тогда я думаю, что... 99,99. Ты подожди, ты думай-то. Да, они сейчас над нами поиздеваются немножко. Абсолютно правильно, Ярослав Дронов. Как правильно я выбрал напарника. Поздравляю. А? Можете забрать деньги.